Қазақстан Республикасының аумағы 272 бүтін 49 миллион гектар қарайды. Он 222 бүтін 24 миллион гектары ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңы. Он ішінде егістік 29 бүтін 41 миллион гектар, көп жылдық екпелер 0 бүтін 12 миллион гектар, шабындық 5 бүтін 16 миллион гектар, жайылым 187 бүтін 55 миллион гектар. Жалпы республика бойынша ауыл шаруашылығы алқаптарын жалпы алаңын 40% немесе 91 миллион гектары ауыл шаруашылығы айналымына тартылған. 2012 жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді тиімді пайдалану мәселелері жөніндегі мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2012-2014 жылдарға көзделген айналымға енгізілген ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу басталған болатын. Тексерілетін учаскелердің үлкен көлемін ескере отырып, көрсетілген түгендеуді жүргізу 3 жылға бөлінген болатын. Және өткен жылы ол 31 миллион гектар алаңында жүргізілді. Түгендеудің негізгі мақсаты нақты алаңдарды есептік деректерге сәйкестігін тексеруден, олардың жағдайын зерделеуден басқа, олардың тиімді пайдалану бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады. 2012 году инвентаризация была проведена с учетом местных условий и природных особенностей регионов. Ею охвачена 1/3 часть территории всех регионов, кроме Алматы и Астаны. Обследованы угодья 57 районов, 5 городов областного значения, более 800 сельских округов и 67,5 тысяч хозяйствующих субъектов. В ходе инвентаризации были установлены факты расхождения по количеству функционирующих хозяйствующих субъектов аграрного сектора, изменение их названия и форм хозяйствования, неиспользование земельных участков, несоответствие размера занимаемых площадей к учетным данным, неприменение севооборотов на значительных площадях пашни, ненадлежащее техническое состояние растительных сетей, проблемы, связанные с недостаточностью источников обводнительных сооружений, в основном пастбищных угодий. Расхождение по количеству крестьянских хозяйств и агроформирований в основном были выявлены в Южно-Казахстанской и Алматинских областях. Но это обуславливается большим количеством мелких землепользователей в указанных регионах. На таблице вы эти цифры видите. Разница по использованию пашни в сторону увеличения установлены Павлодарская 113 тысяч гектар, Восточно-Казахстанская 77,5 тысяч гектар, Акмолинская 54,5 тысяч гектар, Карагандинская 53,2 тысяч гектар. Что говорит в принципе о положительных тенденциях использования пахотного угодья в сторону увеличения пашни. Но при этом хотелось бы отметить акиматам областей, что все эти изменения необходимо в оперативном порядке отражать в земельных балансах, а не ждать инвентаризации. Факты неиспользования сельскохозяйственных угодий были выявлены на площади более 3 миллионов гектар. Такие площади выявлены в Акмолинской области в размере 530 тысяч гектар, в Актюбинской 36 тысяч гектар, Алматинской 94 тысячи гектар, Атырауской 59 тысяч гектар, Восточно-Казахстанская 335 тысяч гектар, Жамбылская 45 тысяч гектар, Западно-Казахстанская 46 тысяч гектар, Карагандинская 926 тысяч гектар, Кызылординская 9 тысяч гектар, Костанайская 79 тысяч гектар, Мангистауская 707 тысяч гектар, Павлодарская 33 тысячи гектар, Северо-Казахстанская 170 тысяч гектар, Южно-Казахстанская 12 тысяч гектар. Но при этом удельный вес пашни является незначительным. Всего 364 тысячи гектар или 12% от неиспользуемых земель. В основном не используются пастбищные угодья, которые составляют 77%, около 2,3 миллиона гектар. Из них более 50% составили земли, предоставленные для ведения крестьянского хозяйства на площади 1,5 миллиона гектар, в том числе 407 тысяч гектар пахотной земли, из которых 200 тысяч гектар являются низкопродуктивными. Инвентаризация показала проблемность вопроса применения севооборотов. Площадь таких земель составила всего 6% площади обследованной пашни, и что он применяется только крупными землепользователями, в основном Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Кызылординской областях. При этом удельный показатель Кызылординской области является самым высоким, где рисовые севообороты ведутся на 87% орошаемой пашни.
Также было установлено ненадлежащее техническое состояние растительных сетей, где на 60% которых требуется реконструкция, частичное списание. Обследованы более 14 тысяч источников обводнительных сооружений пастбищ, на 80% которых также требуется реконструкция, капитальный ремонт или списание. Все указанные данные были отражены в материалах инвентаризации, которые были утверждены акимами районов и городов, и было принято решение о принятии акиматами областей необходимых мер по устранению выявленных недостатков и по дальнейшему использованию обследованных угодий. В целях достижения цели инвентаризации и для повышения эффективности управления земельными ресурсами Министерством регионального развития Республики Казахстан совместно с акимами областей на 2013 год были составлены и утверждены планы соответствующих мероприятий. В рамках данного плана мероприятий местными исполнительными органами проведены мероприятия по внесению изменений в земельный баланс регионов, приведены в соответствие площади сельскохозяйственных угодий, сведения о правообладателях, проводится работа по возврату государственной собственности неиспользуемых земельных участков для дальнейшего вовлечения их в сельскохозяйственный оборот. Такие работы активно проводятся в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайских областях. На сегодняшний день, за первый квартал текущего года, по данным акиматов всех областей, вовлечено в сельскохозяйственный оборот 0,8 миллиона гектар земель. Из них 63% через торги предоставлены крестьянским и фермерским хозяйствам, 10% юридическим лицам и 27% предоставлены вне торгов для инвестиционных проектов и землепользователям, пожелавшим заключить договоры аренды. В 2013 году из выявленных в прошлом году неиспользуемых участков планируется вовлечение 3 миллионов гектар сельскохозяйственных угодий. Таким образом, все пахотно-пригодные земли будут вовлечены в оборот. Проводятся работы по трансформации вида угодий из одного в другой. Разрабатываются мероприятия по применению севооборотов, пастбищеоборотов, использованию отгонного пастбища. По итогам инвентаризации была рекомендована трем областям трансформация орошаемых земель на общей площади около 40 тысяч гектар в менее ценные виды угодий. Однако данная работа начата только в Восточно-Казахстанской области, в Алматинской и Северо-Казахстанской области к данной работе еще не приступили. В южных регионах, где скоро будут начаты весенние полевые работы, большинство указанных работ уже должны быть завершены. Однако анализ данного направления показывает, что во всех регионах не в полной мере проводятся работы по решению вопросов по восстановлению и реконструкции растительных систем, сетей и обводнительных сооружений, по разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства, на местах не проводятся работы по мониторингу за происходящими изменениями, особенно в части рационального использования земель. Требует усиления работы со стороны местных исполнительных органов, сельскохозяйственных служб совместно с контролирующими органами Министерства регионального развития по возврату неиспользуемых земель и дальнейшему их вовлечению в оборот. Несистемно ведется работа с ухудшением качества земель, развитием деградированных процессов, рекультивацией нарушенных земель. В этой связи акимам областей необходимо активизировать работу в указанном направлении. В отдельных регионах следует разработать мероприятия по внедрению севооборотов и пастбищеоборотов, необходимых для дальнейшего эффективного использования сельскохозяйственных угодий. В целях использования отгонных пастбищ решить проблемные вопросы по их обводнению, получению кормовой базы, по организации поверхностного и коренного улучшения пастбищных угодий. По указанному вопросу были даны рекомендации по каждому обводнительному сооружению, по дальнейшему их применению. Однако акиматами данная работа в этом направлении еще не начата. В настоящее время акиматами областей, согласно нормам Земельного кодекса и постановлению правительства, разрабатываются региональные программы по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения, мероприятия по улучшению земель с сохранением плодородия земель, где рекомендуется использовать материалы инвентаризации сельскохозяйственных угодий при их разработке. Все это будет способствовать эффективному решению проблем рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и повышению потенциала земельных ресурсов регионов. В 2013 году инвентаризация планируется на площади 30,6 миллиона гектар. В региональном плане будут обследованы около 60 районов, 820 сельских округов и 80 тысяч хозяйствующих субъектов. Для ее проведения все готово, вся материально-документальная база имеется, из республиканского бюджета необходимые средства выделены. Спасибо за внимание.